Маша Трауб. Мужской праздник. Вика и Соня решили отметить 23 февраля. Какого черта он им сдался, совершенно непонятно. Просто было такое настроение что-нибудь отметить, хоть день пчеловода. А тут как раз и повод нашелся, пусть и мужской. Вика с Соней решили, что отмечать в женской компании мужской праздник как-то неправильно – Вика полезла в телефон и позвонила Даше, их общей с Соней подруге. Даша, красавица ростом метр восемьдесят, имела обширные связи в совершенно разных кругах. От столеваров до художников. Всегда могла рассказать самую свежую сплетню и завоевать любого мужчину от Магнитогорска до Беловежской пущи. «А где соберемся?» – спросила Даша. «Давайте у меня», – предложила Вика. «Только я готовить не буду на дом еду закажем». «Хорошо, я куплю вина. Даш, с тебя мужчины», – подытожила Соня. 23 февраля Вика с Соней сидели за накрытым столом и ждали Дашу с мужчинами. «Представляете, никто не может. Ну вообще никто!» – возмущенно закричала с порога Даша. «Всегда могли, а сегодня ни в какую!» «Ты им угрожала?» – спросила Соня. «А то!» «Ты же меня знаешь?» – хохотнула Даша. «Как сговорились все!» «И что будем делать?» – спросила Вика. «Я есть хочу, если честно, как собака. Даже не завтракала сегодня». Даша решительно села за стол. Соня открыла бутылку. Девушки выпили, поели, выпили еще. Настроение не улучшалось. Вика включила телевизор, и минут двадцать они молча пялились на экран. «Нет», «Так дальше продолжаться не может», – заявила Даша, которая не привыкла долго сидеть на одном месте. «Согласна», – поддержала ее Вика. «Пойдемте в ресторан, что ли?» Подруги собрались и поехали в ресторан. «А можно к нам за столик мужчин подсадить?» – спросила у официанта Даша. «Каких?» – вежливо спросил официант. «Да в принципе уже любых», – ответила Даша, а Вика с Соней дружно кивнули. Через час они так и сидели практически одни в зале. Кроме них в ресторане коротали вечер пожилая супружеская пара и еще две одинокие барышни. «Слушайте, что происходит?» – заерзала Даша. «Тут всегда полно народу. День сегодня какой-то не такой. Поехали куда-нибудь. Ну что сидеть-то? Скучно же!» «Куда?» – поинтересовалась Вика. «В другой ресторан?» «Нет, хватит ресторанов, надо подальше выбраться», — сказала Соня. «На дачу, что ли?» — спросила Вика. «Нет, еще дальше», — настаивала Соня. «Дальше только самолетом или поездом», — Вика подлила всем вина. «Точно! Полетели! Первым ближайшим рейсом. В Одессу, например», — обрадовалась Даша. «Почему в Одессу?» — удивилась Соня. «Там сейчас тепло, плюс двадцать пять, и там опера, и привоз, и кровянка, размечталась Даша. И мужчины наверняка есть. Слушайте, я ездила в Одессу, когда училась на первом курсе. И у меня там был такой роман!» У Даши засверкали глаза. «Не продолжай. Мы согласны», – кивнули Вика с Соней. «Только почему именно в Одессу? Можно в Сочи. У меня в Сочи роман был, правда, на втором курсе», – припомнила Вика. «Нет. В Одессу, настаивала Даша. Давайте позвоним в аэропорт и узнаем, куда есть билеты. Соня, как всегда, оказалась самой разумной. Ты гений, отозвались девушки. Звони. Соня потыкала в кнопки на телефоне, сделала очень серьезное лицо и спросила. А куда у вас есть билеты на ближайшее время? Будьте добры. Куда нам надо? Ну, в Одессу, например. В Одессу нет. «Только завтра вечером», – прошептала она подругам. «Нет, нам сегодня нужно. А в Сочи? Завтра утром? Хорошо, спасибо». Она положила трубку и сказала. «Ну и ладно, у меня все равно с собой загранпаспорта нет». «Зачем нам загран?» – удивилась Даша. «Не знаю», – сказала Соня. «А давайте на вокзал поедем». «На какой?» «На любой. Можно на Киевский. Он ближе. А то опоздаем». «Куда опоздаем?» – спросила Вика. «В Одессу!» – крикнула Даша. «Почему опоздаем?» – спросила Вика. «Не знаю, просто чувство такое», – ответила Даша. Девушки бегом, раскидывая по столу деньги и сгребая телефоны, кинулись вон из ресторана. Они поймали машину и домчались до вокзала. «А куда у вас есть билеты на ближайшее время?» – спросила Даша, просовывая голову в окошко кассы. «На час ночи в Одессу», «Берем!» – обрадовалась Даша. «Это судьба! Я как чувствовала! Так быстро поехали ко мне собираться!» Они опять поймали машину, домчались до Дашиного дома, где то открыла еще бутылку вина и побежала собирать вещи. «Купальник не забудь!» – давала советы практичная Вика. «Ага, уже взяла!» «А зачем купальник?» – спросила Соня. «Там же море!» – прокричала Даша. «Хорошо!» – убедила, – кивнула Соня. «Давайте еще ко мне заедем», – попросила Вика. «Я хоть паспорт возьму». «Поехали». Девушки опять загрузились в пойманную машину, заскочили к Вике, где выпили еще, а потом к Соне. «Мамуль, я на пять сек», – заявила Соня своей испуганной маме. «Только купальник возьму и все». «Здрасте, Людмила Федоровна», – поздоровались Даша с Викой. «Здравствуйте, девочки», Людмила Федоровна посмотрела на совершенно пьяных, радостных девиц в вечерних платьях и на каблуках и тихонько уточнила. — Девочки, а зачем вам купальник? Вы куда собрались? В аквапарк? — сморщились девочки. — Мы в Одессу, уже билеты взяли на поезд, на самолет не было. — А что у вас в Одессе? — уточнила Людмила Федоровна. — Там опера «Кровянка и море». Мечтательно доложила Даша. Сонечка, еще тише сказала Людмила Федоровна. Возьми свитерок. Зачем? удивилась Соня. Там плюс двадцать пять. Даш, скажи. Да, там жарко, красиво, и у меня там был такой роман. Сонечка, детка, возьми свитерок, очень тебя прошу. И я бы на твоем месте и кроссовки надела. «Мам, ну что ты со своим свитерком? Я уже не маленькая, мне 35 лет!» Возмутилась Соня, но чтобы поскорее уехать и не спорить с мамой, схватила свитер, запихнула в сумку кроссовки и чмокнула родительницу. «Девочки, а почему именно в Одессу?» – не успокаивалась Людмила Федоровна. «Какую Одессу?» – спросила Вика, выходя из туалета. «Мы же в Сочи едем, личную жизнь устраивать». Ладно, поехали уже, а то на поезд опоздаем, поторопила их Даша. До свидания, Людмила Федоровна. Та тяжело вздохнула и перекрестила спины девочек. Соня, Вика и Даша опять поймали машину и поехали на вокзал. По платформе они бежали, вид у них был достаточно странный. В вечерних платьях, на каблуках, в легких накидках не по сезону, при этом совсем пьяные. Их остановил наряд милиции. «И что мы тут делаем такие красивые?» – спросил старший по званию. «Уезжаем!» – радостно воскликнула Даша. «Куда?» – спросил милиционер. «В Одессу!» – ответила Даша. «В Сочи!» – сказала Вика. «Паспорта предъявите!» – попросил милиционер, который понял, что перед ним не проститутки, а три совершенно сумасшедшие, да к тому же пьяные девицы. Документы оказались в полном порядке. «Девочки!» «Может, вас проводить?» – участливо предложил милиционер. «Куда?» – удивилась Даша. «Ну, вас до поезда в Одессу, а вас, – милиционер обратился к Вике, – до Сочи». «Да вы что? Зачем нам разные поезда? Мы же в одном купе!» – удивилась Даша. Девушки счастливо засмеялись и побежали по перрону. Еле успели заскочить в поезд, добежать до купе, как поезд тронулся. «Ну, что будем делать? Спросила Даша, когда они отдышались и засунули сумки под сиденье. Есть хочется и выпить, ответила Соня. Точно, пойдемте в вагон-ресторан, обрадовалась Даша. Они подскочили и, цепляясь друг за друга, побежали в вагон-ресторан. Там еще выпили и закусили. Даша строила глазки брутальному мужчине за соседним столиком. Кончилось тем, что они сели играть в нарды на шоколад и коньяк. Проигравший должен был выпить рюмку и закусить шоколадкой. Даша все время проигрывала, чему совсем не огорчалась. Ей стало жарко от коньяка, вечернее платье на радость мужчине соскочило с одного плеча. Соня с Викой пошли в купе спать. Вика забралась на верхнюю полку и тут же уснула, как убитая. Проснулась от возни на нижней полке. Она свесилась и увидела, что к Даше пристает какой-то мужик. «Даш, «Ты или спи, или иди отсюда», – сказала строго Вика. «Вик!» – прохрипела подруга. Вика поняла, что у Дашки странный голос, совсем не радостный и невозбужденный, и сползла с полки. «Так, ты кто?» – схватила она мужчину за плечо и отдернула от Даши. Та захрипела и закашлялась. «А ну, пошел вон отсюда!» У Вики была тяжелая, натренированная на курсах самозащиты и бокса рука и она в один момент влепила мужика в вагонное стекло. «Вот сучка!» – разозлился он и достал нож. Даша закричала. От ее крика проснулась Соня и тоже заорала. Вика сделала прием, который отрабатывала два раза в неделю в течение последнего года, и мужик оказался на полу. «У него деньги!» – прохрипела Даша. Вика дала ногой мужику в живот и забрала деньги, но этого ей показалось мало. «Я начальника поезда вызову!» – крикнула она и побежала почему-то в вагон-ресторан. Чтобы мужик не ушел, она по дороге дернула стоп-кран. Мужик, едва поднявшись, свалился снова. Начальником поезда оказался тот самый мужчина, с которым Даша играла в нарды. До первой большой остановки оставалась какая-то минута. Дальше был полный кошмар. Вику хотели оштрафовать за срыв стоп-крана. Та орал, что в поезде преступник, который на них напал, отобрал деньги и хотел изнасиловать. «Где преступник?» – спрашивал сонный и злой милиционер. «Не знаю. Я прием применила. Между прочим, он здоровый такой!» – кричала Вика. «Так как вы его завалили, если он был здоровый? У вас что-нибудь пропало?» «Нет. Но как вы не понимаете? Я у него все отобрала!» – убеждала милиционера Вика. Милиционер смотрел на женщину в вечернем платье, не очень трезвую, явно москвичку, и мечтал только о том, чтобы его смена наконец закончилась. «Вот так я его завалила!» Вика сделала прием, и милиционер оказался на полу. А Вика сидела на нем верхом. «Я ж вам объясняю, что я на курсах занимаюсь и боксом!» «Зачем вы стоп-кран сорвали?» Еще раз спросил милиционер, дождавшись, когда с него слезет Вика чтобы преступник не ушел. Так он ушел, спрыгнул, наверное, и ищи его теперь. Это же ваша работа. Так, девушки, давайте разойдемся по-хорошему, предложил милиционер. Вы не будете писать заявление, а я не буду с вас брать штраф. Договорились? Викуль, я спать хочу, захныкла Даша. Ладно, кивнула Вика. Кстати, с праздником вас! Уже утро. Вчера был праздник, уточнил милиционер. Наконец весь этот кошмар закончился. Поезд следовал дальше, а девушки спали. Вика проснулась первой, свесилась с верхней полки и увидела, что Соня лежит с широко открытыми глазами, натянув до шеи одеяло и смотрит в потолок. То есть не в потолок, а в полку. Доброе утро, сказала Вика. Викуль, а мы где? — спросила испуганно Соня. «В поезде?» «А куда мы едем?» «В Сочи», — ответила Вика. «Нет, в Одессу», — подала голос проснувшаяся Даша. «Девочки, я давно не сплю, но совершенно ничего не помню. Подумала, что это дурной сон. Опять задремала. Проснулась, но поезд никуда не делся». Соня чуть не плакала. «Еще мама мне снилась со свитером в руках». К чему бы это? Ни к чему. Мы заезжали к тебе, прояснила ситуацию Вика. Слушайте, а кто-нибудь знает, сколько нам ехать до Одессы? Спросила Даша. До Сочи? Откликнулась Вика. Девочки, а куда мы все-таки едем? Чуть не плача, спросила Соня. Вы не помните? Вика с Дашей молчали. Ладно. «Пойду к проводнику и все узнаю», – вздохнула Даша. «Надо еще чаю попросить. У меня во рту пересохло». Оказалось, что они все-таки едут в Одессу. И дорога долгая, почти сутки. «Сколько?» – закричали Соня с Викой, когда Даша вернулась с чаем и информацией о ходе следования поезда. «Почти сутки!» – повторила Даша. Девушки по очереди сходили в туалет, умылись и сели чинно за столиком. Настроение было таким, каким бывает во время жестокого похмелья. «И что теперь делать?» – спросила Соня. «Пить дальше», – ответила Даша. «Так ведь утро же!» – пыталась вести себя прилично Вика. «С утра уже пить?» А какие у нас варианты? Ехидно поинтересовалась Даша. Ой, слушайте, у нас же денег нет, ахнула она. Вчера украли, я вспомнила. Я их вернула, гордо сказала Вика. А я ничего не помню. Совсем ничего, сказала Соня. Я даже не знала, что так бывает. Ладно, пойдем в вагон-ресторан, хоть позавтракаем, предложила Даша, которая даже в поезде жаждала действий. «Я совсем есть не хочу», — сказала Соня. «Ну а что в купе-то сидеть? Пошли!» — решительно заявила Даша. Подруги сходили в вагон-ресторан, где съели яичницу и выпили мутный кофе, от которого всех начало тошнить, и по предложению Даши они выпили коньяка. Стало легче. С поезда они сходили такие же пьяные, какими садились в Москве. «А почему так холодно?» – спросила Соня. «Даш, ты говорила, что здесь 25 тепла, а тут 20 градусов мороза». «А я откуда знаю?» «Ну, не май!» – огрызнулась Даша. «Мамочка, спасибо!» – прошептала Соня, натягивая свитер поверх вечернего платья. «И что будем делать?» – Соня с Викой посмотрели на Дашу, инициатор поездки, которая была и виноватой во всем. «Ну, сначала в гостиницу, потом в оперу, а потом за кровянкой», – скомандовала та. Девочки онемели. «А зачем в оперу?» – спросила Вика. «За тем, что мы уже в вечерних платьях, а местная опера – это все равно, что венская, надо идти обязательно», – тоном экскурсовода заявила Даша. «А кровянка – это что?» – спросила Соня. «Это колбаса, стыдно не знать», – ответила Даша. «Холодно!» – заныли в один голос Соня с Дашей. «Надо выпить!» – решила Даша. «Сейчас зайдем в кафе и согреемся!» «Сколько можно пить?» – возмутилась Вика. «Это же невозможно!» «Ты даже не представляешь, что выдерживает организм в стрессовых ситуациях!» – хохотнула Даша. Девушки заселились в гостиницу, поели в кафе, выпили, зашли в магазин, купили свитера, в оперу пришли совершенно пьяные. Дружно там уснули и проспали два часа безмятежным сном, пока их не растолкала билетерша. «Где мы?» – первой очнулась Соня. «В Одессе», – ответила Даша. «В Сочи», – сказала Вика. «Какой кошмар!» пожаловалась Соня. «Я сплю, и мне снится кошмар». В это время в Москве к Вике, которая жила в собственной однокомнатной квартире, приехала мама Инна Владимировна и сестра Света. Они уже больше суток не могли ей дозвониться. Телефон был отключен, чего с Викой никогда не случалось. Она отвечала на звонки в любое время и каждый день звонила маме, чтобы сказать, что жива и здорова. Не дождавшись звонка от дочери, Инна Владимировна позвонила Свете и сказала, что у нее плохое предчувствие. Света, которая тоже жила отдельно с мужем и сыном, вздохнула, накормила сына и мужа завтраком, заехала за мамой, и они уже вдвоем отправились к Вике домой. Надо сказать, что Вика работала в банке, и Инна Владимировна, в прошлом главный бухгалтер, все время переживала по этому поводу – как Вика ей не доказывала, что имеет дело исключительно с бумагами, а вовсе не с деньгами, Инна Владимировна не успокаивалась. Она считала, что у дочери очень опасная работа, опаснее только у инкассаторов, и ее рано или поздно ограбят или посадят в тюрьму. «Мам, сейчас 21 век, у меня нет дома сейфа с деньгами, я работаю в солидном банке», – убеждала ее Вика. Инна Владимировна отказывалась верить дочери. У нее самой дома стоял огромный несгораемый шкаф, который остался еще с тех времен, когда она зарплаты сотрудников держала дома. И у Инны Владимировны, и у Светы были запасные ключи от Викиной квартиры. Они подошли к двери, но замок не был взломан, все с виду было в порядке. Они зашли в квартиру. Опять Вика свет в коридоре не выключила, Пробурчала света и щелкнула выключателем. Ой, салатики, увидела она в комнате накрытый стол. Ничего не трогай! Закричала истошно Инна Владимировна, когда Света почти донесла ложку с салатом до рта. Инна Владимировна стояла посреди комнаты, прижимала руки к груди и тихонько постанывала. Я знала, чувствовала, я так и знала. Вся комната была перевернута вверх дном. Повсюду валялись вещи, шкаф был полностью вытряхнут. Пропали чемоданы, часть вещей с вешалок. На кухне пустые бутылки. Инна Владимировна знала, что дочь наличные деньги хранит в томике Пушкина. Сама ее этому научила прятать в книгу. «Пушкин!» – закричала Инна Владимировна. «Пушкина, полистай!» «Мам, ты чего?» Света, не знавшая о заначках сестры, решила, что мама сошла с ума расспросит ее почитать Пушкина. Там у нее деньги, кричала Инна Владимировна. Света взяла томик Пушкина, который лежал на кухонном столе между грязных тарелок и пустых бокалов. Денег там, конечно же, не было. Обокрали, выдохнула Инна Владимировна. Мама, не паникуй, автоответчик мигает, давай послушаем. У Вики был совершенно замечательный сосед, Гена. Он часто занимал у нее до зарплаты, но всегда отдавал день в день. При случае доносил ей из машины пакеты с продуктами, чинил мелкие неполадки, такой муж на час. Сосед был добрым, мягким и честным до кристального блеска, как хорошая водка, которую Вика дарила ему на все праздники. Он очень переживал по поводу неустроенной женской судьбы соседки и волновался, когда она не отвечала на звонки или задерживалась на работе. Света включила автоответчик. «Вика, сука, найду, убью!» – прокричал автоответчик голосом соседа Гены. «Я же тебя предупреждал!» бу Ни Инна Владимировна, ни Света не знали о существовании Гены. Инна Владимировна осела. Света, наконец, перестала с вожделением смотреть на салаты и тоже испугалась. «Надо вызывать милицию», — сказала Света. «Нельзя!» — отрезала Инна Владимировна, которая, выйдя на пенсию, стала увлекаться сериалами и детективами. «А вдруг ее похитили и попросят выкуп? А если мы в милицию сообщим, то ее убьют!» «Мам, не говори ерунды!» Отмахнулась Света, но ей тоже стало страшно за сестру. Надо ждать звонка, решила Инна Владимировна. Тогда я поем, сказала Света, которая позавтракать не успела. Как ты можешь думать о еде в такую минуту? Пафосно воскликнула Инна Владимировна. Света сначала отодвинула тарелку, а потом снова придвинула ее. Я могу обозвонить морги и больницы, предложила она. Все лучше, чем просто так сидеть. «Что ты такое говоришь? Как ты можешь? Это же твоя сестра!» – зарыдала Инна Владимировна. «Хорошо, я могу начать с больниц». «Господи, я поражаюсь твоему цинизму!» – заломила руки Инна Владимировна. «Ну, давай просто сидеть и никуда не будем звонить», – ответила Света, но тут же схватила телефон, чтобы позвонить мужу и сыну, которые были одни дома. Положа руку на сердце, она волновалась за них больше, чем за сестру. «Не занимай телефон!» – заорала Инна Владимировна. «Они могут позвонить в любую минуту!» «А с чего ты взяла, что ее похитили?» – поинтересовалась Света. «Между прочим, она ходит на бокс и на курсы самообороны. Может, у нее новый мужчина появился». «Ну что ты такое говоришь?» Опять возмутилась Инна Владимировна. Я бы об этом знала. Викуля бы меня с ним познакомила. Света промолчала, решив не шокировать маму подробностями бурной личной жизни сестры. Далеко не каждого своего кавалера Вика представляла маме. Ну почему? Почему она не звонит? Опять воскликнула Инна Владимировна. Потому что телефон она забыла дома. Вот он лежит. Она никогда не забывала телефон. Никогда! Я чувствую, с ней что-то случилось. Мама, не накручивай себя, уговаривала Света Инну Владимировну. Она достала из сумки свой телефон и позвонила мужу, чтобы узнать, как они там. Включи ее телефон и звони по контактам. Может кто-нибудь и знает, куда она делась, посоветовал муж. Мам, давай позвоним ее подругам, предложила Света матери. «Света, ты думаешь, у нее есть телефонная книжка?» «Нет, но здесь ее мобильный с контактами». «Это неприлично». «Мам, речь идет о ее жизни и смерти. Ты считаешь, что в такой ситуации неприлично включить телефон родной сестры?» Света не переставала удивляться, как в голове Инны Владимировны переплетаются понятия о приличии и переживания за дочь. «Нет, не смей!» – закричала Инна Владимировна. «Мам, а мы ведь ванны еще не искали!» «В смысле, не смотрели!» Вдруг спохватилась Света. «Точно! А там свет горит! Конечно! Боже! Наверняка она там лежит, а мы с тобой тут сидим!» Инна Владимировна затряслась от ужаса. «Иди посмотри!» «Я боюсь!» – призналась Света. «Ты мне предлагаешь пойти?» – возмутилась Инна Владимировна. «Хорошо, я пойду!» Света подошла к двери ванной и резко ее открыла, как показывали в кино. За спиной у нее стояла Инна Владимировна, вооруженная ложкой для салата и спреем для обуви. Но в ванной было пусто. Света и Инна Владимировна выдохнули. Вот никогда она свет не выключает. По-хозяйски возмутилась Света и щелкнула выключателем. Они вернулись в комнату, сели на диван и приготовились ждать звонка от вымогателей-похитителей. Несмотря на возмущение матери, Света включила телефон сестры и пыталась подобрать пароль. В этот момент зазвонил домашний телефон. Инна Владимировна подскочила от неожиданности, но уже в следующую секунду схватила телефон и нажала на кнопку. «Ты чего трубку не берешь? Совсем страх потеряла!» – проорала трубка. «Сколько вы хотите?» – проблеяла в ответ Инна Владимировна. «Мать, ты напилась там совсем?» Я сейчас приду!» – пригрозила трубка. «Мы в милицию не звонили!» – сказала Инна Владимировна. «Сколько ты выпила?» – злобно прогрохотала трубка. «Мы даже ничего не ели!» – ответила Инна Владимировна. «Мы согласны на все ваши требования!» «Нет, я сейчас все-таки приду!» – ответила трубка. Через минуту в дверь начали молотить, игнорируя звонок. Инна Владимировна припирала дверь костлявым плечиком, Света звонила в милицию под крики матери «Не звони!». Плечика Инны Владимировны и дверь не устояли. Гена ввалился в квартиру вместе с дверью. «Ну, б... сам сломал, сам и починю!» – заявил дородный парень с красным лицом и тут же принялся водружать дверь на место. Инна Владимировна сидела тихонько в прихожей и боялась издать звук – Света на кухне шептала милиции адрес. Что тут у вас происходит? спросил Гена, и Инна Владимировна почувствовала, что этот разгоряченный мужик не враг, а друг. Следующие полчаса они сидели за накрытым столом, выпивали, закусывали и рассказывали друг другу, кто когда видел Вику в последний раз и решали, что теперь делать. Да, дела, говорил Гена, подливая себе водки. За этой мирной картиной их и застал наряд милиции, которую вызвала Света, успев рассказать про похищение, ограбление и выкуп. «Всем на пол!» – прокричал милиционер, и Гена рухнул первым. «Мне тоже на пол!» – светски уточнила Инна Владимировна тоном избалованной барышни из высшего света. В тот момент, когда два представителя органов, сосед, Мать и сестра, пропавшие девушки, сидели за одним столом, пили и закусывали, зазвонил домашний телефон. Все вздрогнули от неожиданности. Мамуль, я в Одессе или в Сочи, прокричала Вика. На этом связь прервалась. Гены и милиционеры налили еще по одной. Ее увезли, она не знает куда, прервала всеобщее молчание Инна Владимировна. А почему у нее голос такой, как будто она пьяная? – спросил Гена. «Значит, ее напоили или накачали психотропными препаратами». «Я тут передачу смотрела по телевизору», – начала рассказывать Инна Владимировна. «Мам, только не надо про передачу», – взмолилась Света. «Ладно, нам пора. Это не по нашему ведомству». Милиционеры встали из-за стола. «Она гражданка России!» – воскликнула Инна Владимировна. «Вы обязаны ее защищать!» Ну, когда вернется, тогда защитим, пообещали милиционеры. А если она не вернется я вас не отпущу, вы не имеете права нас бросать! Инна Владимировна загородила собой проход. Света поставила в микроволновку мясо. Гена налил еще водки. В этот момент опять зазвонил телефон. Алле, тут милиция! Немедленно отпустите мою дочь! закричала Инна Владимировна в трубку. Мам! Какая милиция? Я с девочками, Соней и Дашей. Скоро вернемся, все нормально. Только представляешь, тут не плюс 20, а минус 20. А мы купальники с собой взяли. Ты не сердись, мы в опере были. Все, пока, целую. Задорно отрапортовала Вика. Инна Владимировна переводила взгляд с телефона на Свету, на Гену и на милиционеров. «Вы что-нибудь поняли?» – спросила она наконец. «Выпейте». Гена вложил в ее слабые руки рюмку. «Вот она всегда такая была, еще с детства», — возмутилась Света. «И все с рук сходило». «Ладно, всего хорошего», — сказали милиционеры. Света проводила милицейский наряд, принесла разогретое мясо, нарезала хлеб, сварила кофе. Гена одобрительно хрюкнул и налил всем еще по стопке. «Господи, ну что она себе придумала?» – причитала Инна Владимировна. «Ну что у нее в голове творится?» «Мозгов нет, вот и все», – сказала Света. «Не, она не дура», – заступился за соседку Гена. «Таких баб поискать». «Ура! Нашла!» – Света в этот момент подобрала пароль к телефону. Там оказалось десять непринятых звонков от Людмилы Федоровны. «Кто это?» — удивилась Инна Владимировна. «Сонина мама», — пояснила Света. «Надо ей позвонить. Дай мне трубку, я сама с ней поговорю». Еще два часа Инна Владимировна висела на телефоне, обсуждая с Людмилой Федоровной, как тяжело быть матерью взрослой дочери. Гена чинил выбитую дверь. Света поехала к мужу и сыну, которые сидели голодные и ждали ее возвращения.